скучно просто стал. Каждое утро одно и то же. Просыпаешься на 5 минут будильник попозже. Потом просыпаешься еще раз на 5 минут подольше. Потом выходишь по одному и тому же подъезду, одни и те же лестницы, на одном и том же автобусе. А там работа, учеба, в принципе, не важно. Важно то, что завтра будет так же, послезавтра будет так же. И до этого 2-3 дня, месяц, год. Все одинаково. А если так всю жизнь будет? Но это неинтересно и тесно. Дома, когда сидишь, стены вокруг, неудобно. На улицу выходишь, а там дома. Те же самые стены. Не видно ничего за домами, мира не видно. Вот и захотелось просто мир посмотреть. Я же никогда не думал, что я в 27 лет буду говорить, что я путешественник. Ну, съездил автостопом там на 300 километров я сначала съездил, потом на 1000 километров съездил. А первый раз, я помню, это было под Хабаровском, на Дальнем Востоке. Меня забрал водитель с трассы, говорит, поехали, я тебя семье покажу. Мы подъезжаем, там частный дом, он открывает калитку и кричит, семья, выходите, я привел путешественника. И из дома там вышел, там человек, наверное, 10-12. Я тогда первый раз подумал, что я путешественник. Ну, наверное, есть путешественник. Ну, без денег просто интересней. Когда у меня есть там, например, 10-15 долларов, я точно знаю, что сегодня я себе найду какой-нибудь ночлег, там гестхаус или отель какой-нибудь и переночую. А когда у меня денег нет, то приключения и начинаются, потому что я не знаю, где я буду ночевать сегодня. Ну вот представь, что ты стоишь с рюкзаком на хайвее в Китае где-нибудь, до дома 8000 километров. У тебя нет ни денег, нет телефона, нет карт. Ты себе даже с трудом представляешь название следующего города, в который ты едешь. На что тут вообще надеяться можно? Понятное дело, надеяться приходится только на случай, на удачу. И они меня еще пока ни разу не подводили, поэтому я им полностью доверяюсь. И я не хочу их ограничивать гостиницами, отелями и чем-то подобным. Пускай творят свободно. Я вообще за то, чтобы все свободно творили. И вот так уже 80 тысяч километров, больше 10 стран. Знаешь, сколько у меня историй? Для путешественника очень важно рассказывать о своих путешествиях.